29 марта, в День книгачея, прошла презентация книги Вячеслава Кашицына «Ни стыда, ни совести». На встрече Вячеслав Кашицын рассказал о начале своего творческого пути. Публикации в журнале «Юность», литературной газете, литературной учебе дали старт, но немалое значение сыграли и великие умы, вдохновившие автора. Лев Толстой, Омар Хайям, Джон Фаулс – вот те писатели, оказавшие наиболее сильное влияние и подтолкнувшие взяться за перо и начать свой собственный путь писателя. В заключение автор обратил внимание гостей на проблему утраты интереса к чтению детей и подростков. По его мнению, очень многое зависит от того, в какой семье, среде, культуре растет ребенок, ведь основа воспитания закладывает фундамент будущей личности. После презентации каждый смог сфотографироваться с автором, получить автограф и приобрести книгу.